Всем доброго дня. Наступила весна ранняя. Мы на пасеке. В скором времени будем выводить маток своих. Вот инструмент для вывода маток. В принципе, ничего такого сложного нету. Может, с первого раза не получится, но со временем все должно получиться. Гагузеев. Заказывал на Алиэкспресс на лет 5, наверное, назад. Не знаю, сколько это все стоит. 1500, что ли, стоило, или 1000. Вот китайские шпателя, но я вот этими пользуюсь, двумя. Это тут металлический, покупал в пчеловодческом магазине, но мне не понравилось с ним работать. Неудобно. Ну, для меня неудобно, может, для кого-то удобно будет. Вот эти самые худовые, этим я тоже не пользовался. Это шпатель, китайский шпатель для переноса личинок. Перед тем, как будем, например, берем личиночку, мы в водичке тепленькой выдержим минут 10-15, и после этого можно работать. Вот из таких маточников выходит пчелка. Крышечка. И там маточка внутри. За 2 дня до выхода матки я ставлю на них колпачки. Вот получается так. Потому что бывает, ошибешься с личинкой, и она раньше выходит и убивает все маточники, разгрызает, и остается только одно место, сколько у вас там заложено было, сколько приняли на воспитание маточников. Вот. И за один день я до выхода матки я ставлю в отводочек. Отводки делаю где-то я за 3 дня до выхода матки. Ну, 2 дня, в принципе, достаточно. Вот. И после смотрю выход матки. Вот, в принципе-то ничего сложного нет. Также учился, с первого года у меня уже получился. Результат, в принципе, неплохой, потому что одна матка стоит в районе 1000 рублей. Ну вот и не укупишься. Конечно, если маленькая пасека, там 5-10 семей, вот, а если 50-60 и выше, то, соответственно, уже надо выводить своих маток. Ну вот, как-то так. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения и мира над головой.